да, бумагу для завертки. Учительница стала ревновать. На серый цвет ложились ровно строчки, а в классе-то нас было 35, и едва-едва хватало ночи, чтоб все листочки переливновать. А утром в школе ровно по линейкам писали свои палочки, пришедшие военные лихолетки, учиться грамоте ее ученики. Лежал на пальце каждого из нас. И вот письмо отцу ему писала. По-детски, не крепшую рукой. И бабушка письмо мое послала, свернувшись в треугольник над тобой. Узнал отец, что дома все в порядке, что научилась доченька писать. Но то, что не было тетрадки, я понимала, надо умолчать. На фронте армия врагов крушил, был каждый из солдат герой. И ведь учительница наша совершила в тылу гражданский подвиг свой. Мария Никитина за достойный труд. Профсоюзы и поддержка, и защита на нелегком трудовом пути. Гуще политических событий им замену не найти. Много знали мы организаций, это затерялись их следы. Профсоюз наш выстоял и выжил, накрепко сомкнул свои ряды. Среди направлений и комиссий все главнее человек труда. Это в коллективном договоре. Золотые вышиты слова. Пусть у вас на все хватает сил, профсоюз надежный верный друг. Пусть, чтобы люди верили и знали, профсоюз надежный верный друг. Весь класс волнуется тогда, с лица земли схватывается.
Молодцова стерли и защипало что-то в горле. И я расстроился до слез. Зачем я жил? Зачем я рос? А вот учительница вдруг мне задает вопрос. Ты нам скажи, в конце концов, внимание удели. О чем ты думаешь, Скворцов? Я о лице земли. Она обрадовалась вдруг. А, проявляешь ты, мой друг, в природе интерес. Лицо земли, поля и лес. Мир удивительных чудес, таинственный, живой. И я заслушался впервой. Но в общем годики прошли, и вот теперь лицом земли и окружающей средой я занялся всерьез. Отца это перерос. Смеется он совсем седой. Со страху взялся ты за труд, боялся, что земли сотрут. Yeah.
через уха, не разрешая ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль вздумаешь ей дать поблажку, освобождай от работы. Она последнюю рубашку с тебя безжалостно сорвет, а ты хватай ее за плечи, учи и мучи до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь, она обязана трудиться день и ночь, день и ночь.